Привет всем! Сегодня поделюсь с вами очень простой и очень эффективной маской для лица. Она состоит всего из двух ингредиентов – свежемолотого льняного семени и молока. Наверное, многие из вас уже знают эту маску, но я все-таки решила поделиться, вдруг кто-то не знает. Я делаю ее уже на протяжении приблизительно 2 недель, иногда каждый день, иногда через день. И я очень довольна эффектом. Кожа становится гладкая, подтянутая. Морщин вообще почти не видно, они практически исчезают. Сама удивляюсь, насколько моя кожа хорошо выглядит. И давайте сейчас посмотрим поближе, как я готовлю эту маску. Итак, я беру чайную ложечку вот такого свежемолотого льняного семени. Я его мелю на кофемолке. Если у вас нет кофемолки, стоит ее приобрести, потому что она вам пригодится и для красоты, и для питания. И теперь сюда я наливаю молочко. Добавила сюда 1 столовую ложку теплого молока. Можно 1,5 ложки. В общем, консистенцию доводите до такой степени, которая подходит именно вам. Вот, видите как? И вот эту смесь нужно оставить приблизительно на 10 минут. Маску наносим на хорошо очищенное лицо, держим приблизительно 20 минут, можно 30, и когда она уже начнет подсыхать, можно смыть теплой водой ее. После маски я советую наносить вот кокосовое масло Extra Virgin холодного первого отжима, сразу же. И вы посмотрите, какое у вас будет лицо. Кожа будет гладкая, свежая и очень подтянутая. Вы это почувствуете даже после первого применения. А если вы будете делать такую маску постоянно, через день, через два, то вы будете очень довольны своей кожей. До свидания всем и до новых встреч в новых видео.